Россия отказалась от соглашения с Арменией о работе Российско-армянского университета в Ереване. Соответствующее распоряжение Кабмина России, как сообщает РИА Новости, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Принять предложение о направлении армянской стороне уведомление о намерении Российской Федерации не становиться участником соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об условиях деятельности в городе Ереване Российско-армянского университета, говорится в документе. 8 февраля ректор Российско-армянского университета Армен Дарбинян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян через службу нацбезопасности потребовал от него покинуть пост ректора. Дарбинян считает, что одной из причин враждебного отношения премьера к себе и университету является якобы нескрываемая антироссийская сущность Пашиняна. После этого студенты и коллектив Российско-армянского университета провели акцию в поддержку ректора. После этого в ВУЗе начались проверки. Отметим, что Российско-армянский славянский университет был создан на основании двухстороннего соглашения между правительствами Армении и Российской Федерации, которое было подписано в августе 1997 года в Москве. ВУЗ является учреждением высшего профессионального образования совместного ведения Российской Федерации и Армении и пользуется статусом государственных высших учебных заведений двух стран.